Всем привет! Это фотографии, которые я успела наделать на последних 10% зарядки телефона. Я попала в монастырь, когда у меня телефон уже совсем-совсем разрядился. То есть я ходила, вот что успела наснимать перед самым закатом. Это тибетский монастырь в Курге, Карнатаке. Боже мой, какое шикарное место. Только, ребята, помните, для того, чтобы ехать сюда, нужно получить специальное разрешение. Оказывается, в это место нельзя приезжать без разрешения от индийского правительства. Для посещения монастыря, я не знаю насчет тибетских деревень, наверное, их можно посещать, но для посещения самого тибетского монастыря и чтобы здесь остановиться, вам нужно разрешение от индийского правительства. И если вы едете из России, то при получении визы надо сразу указывать, что вы хотите посетить тибетское поселение и монастыри. Всех люблю, всех целую. С вами была Лена.